2 июля. Мы собрались на пляж. Сейчас утро, 9 часов где-то. На улице так, пасмурно. На улице довольно пасмурно. Где-то 26 градусов. Солнышко пока не наблюдается. Но дождика тоже не обещают. Мы доехали до пляжа. Кстати, чуть-чуть солнышко выглянуло. И тарарам! Тут куча мест. Потому что сегодня суббота. Сейчас сколько там? 9 копейками. И все, наверное, 9:34. Никуда не пошли. Тем более, что было пасмурно. Вот одна машинка стоит. И здесь можно парковаться где хочешь. Пропускными номерами. Да. Тоже приехали, наверное, отдыхать. Так уж в субботу встали и пошли на пляж. Так. Люди катаются на велосипедах. Ну что ж, пойдем посмотрим, какая температура воды. Смотри, чтобы тебе удобно было выезжать. Там все. А так вот сегодня здесь пустынно. Да нет, я думаю, что если поставят, то поставят сюда, потому что здесь же проход. Вряд ли влезут. Ну вот мы дошли до моря. В принципе, конечно, небо в тучках. Солнце чуть-чуть только выглянуло, и все. И тут играет музыка. Людей немного, но они есть. Мама, это немного, вот это одни люди. Зато комфортно. Все комфортно. Не жарко. Я сейчас пройду, посмотрю, как вода. Вот мы нашли место, где нет водорослей. Зашли. Ножки помочить. Вода, в принципе, она как вчера, я думаю, сейчас мы померим ее. Но ветерок и нет солнца совсем, поэтому, конечно, для купания не очень. Но зато она вот тут чистая. Даня набирает водомет в воду. Сейчас будем мочить все. Маш, неси градусник. Он ходит уже с утра. Значит, температура воздуха 26 градусов. Сейчас будем мерить температуру воды. Пиво, рыба, раки. Торговля не идет, да, Дань? Ой, Сереж. Так, все, опускаю градусник. И вот так вот его придавлю. Это у берега мы меряем. Здесь, наверное, сантиметров 25 воды. Ва, тут будет странное напряжение, смотри. О, мам, я купил! О, лисочки, как хорошо. Водичка, не, она как вчера, но... О, как далеко бьет. Люди. Видно, с одного числа, в другой очень сильно. Так, наша рыбка плавает.
Температура воды 21 градус. Вот я долго держала, 21. Па, это как можно понять? Па. То она ощущалась бы совсем по-другому. А так как сейчас солнца нет, то поэтому, конечно, она ощущается прохладной. Палку, пистолет. Па, я нашел бы свой пистолет. Рёба. Сейчас я напишу. Достал. Забитло сейчас забитло. Не подувает. Вот сейчас подошли люди и пошли купаться. А так, ну тут одни. Вот там вот пляж начинается. Там на самом деле люди есть. Они тоже купаются. По крайней мере, заходят по пояс. А у нас тут как раз такая полоса, где людей нет. Опа-на, вот они, вот они, вот они, вот они. Лагерь? Вот они. Лагерь? Бегите. Сними их. Бегите. Убегаем от них. Воздуха нет. Нет, можно идти? Лагерь бежит. Знаешь, давай отойдем. Держи крепко, 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 крепко. Лагерь будет сейчас пробегать мимо. Это, наверное, спортивный лагерь. Это трудовые резервы. Трудовые резервы. О, папа, кстати, смотри, Маша спросила, а почему одни девочки? Папа ответил, мальчики бегут навстречу. Ну, смотри, купаются. Кстати, а ты видел, что вот тот пляж, я вон приблизил, там люди купаются вовсю. Все, я понял, что это. Ладно, погнали. Куда? Ну, па. Если не поиграл, да. Ну что так, что вот эта трубка, ее прижимает та фигня, и как она может поприжимать? Нормально, что тогда. А вот его полпусок забыли. Налей мне водички? Для этой штуки, чуть-чуть. Нет, только не песком она была, не такими типа. Мы вот так берем воду морскую, и когда выходим с части, которая песчаная, то обливаем ноги, моем вот этой водой. Там можно босоножки помыть, чтобы были чистые от песка, да, Дань? Да, руки там. В общем, с пляжа мы ушли. Ну, просто потому, что купаться как-то не хочется, когда нет солнца. А загорать тоже шибко не получится, потому что, опять-таки же, солнце выглядывает редко. Сильно не загоришь. Поэтому мы решили поехать. Может, проедемся сейчас. Посмотрим что-нибудь интересное. Так, все? Да. Помыл свои босоножки? Да.
Мы сейчас заехали в Красный, называется Красный. Ну, я так думаю, что это Красный хутор, поселок. Вот смотрим, как он выглядит. Вот такие здесь дома. Кстати, продаются некоторые участки. Да. Дома все большие такие. Газ у них тут есть. Все в бетоне, все в бетоне. Да. У нас таких заборов вообще не строят, да? Угу. У нас вот такие строят заборы. Такие, да, строят заборы? Да, да. А вон еще посмотри, представляешь, сколько? Дорожка здесь, конечно, не знаю, как зимой. Так вот, что-то зима бывает. Тут уже вот попроще домик такой. Верхняя улица. Ну, вот дома большие, участки у них тут не очень большие. А дома громадные они строят. Классно. Навесы, кстати, многие вот такие делают. От солнца, от снега, чтобы машина стояла. Вот тоже. А что снег будет? Ну, снег-то все равно выпадает чуть-чуть, конечно. Как нет. А что за замок? Водонапорная башня? Что построить? Где замок? Покажите. Смотри. Покажите. А вот там вот дальше тоже. Так, ну вот, в общем, мы куда-то выехали. Куда мы, на трассу выехали или нет еще? Не знаю. А вон, смотри, какие еще домики. Это что? Вот там, может быть, тоже хутор. Там вот другие домики. Это тоже, наверное, хутор Красный, нет? Конечно, вот рядом с дорогой, которые, ну, дом, ну, дома или участки, это вообще хорошо. Выехал всегда. Вон остановка рядом. И вот там вот тоже, кстати, вон написано «Продам». И телефон. А знаете, дома строят, вначале построили, а потом их продают сразу. Они даже не живут. Да, так и есть. А вот туда давай съедем, что там. Это тоже получается Красный. Мне показывают, что это тоже здоровый, Красный. Здоровый, да, он вообще? Получается, да? Да, ну вот. Вон «Продам» написано. Я снимала. Синей крышей. Тут тоже газ, да? Да. Тут даже мне больше нравится. Тут поцеление как-то улица побольше. Поширше, да? Пошире, да. Ширее. Улица пошире. Моду пацаны гоняют тут. Ну, заверни туда, что ли. Даже знаки есть вон. Осторожно, дети.
Река Волга, Даня. Где Волга? Старая. Ничего, это прикольно. Этот домик развернут как наш. Мы впритык стоит сразу другой домик, да? Ага. Странно это. Места мало. Кооперативная улица. Это маленькие домики. Домик нам нравится, весь в зелени. И вот тут тоже уже новые дома пошли тоже, но это громадный какой-то квадратный. Прикольный такой квадратный. И вот туда тоже пошли новые, в общем, там какая-то старая часть была. Вот это, наверное, новые, посмотри, да? Это Красноармейская улица. Вот три одинаковых домика. Смотрите, вот эти домики вообще классные. Вот желтые, да, тоже. Да, желтые. Да. Тут тоже как-то сделано. Да, кирпичные. Но дома прям впритык друг к другу. Участки соток, наверное, от 4 до 6. А вон, смотри, с башенкой, как будто бы. Как будто бы маленький замок. Ну, какие заборы строят, вообще офигеть вообще. Заборы. Посмотри, какие эти кустики. Кустики, да. Высажены все. Вам нравится? Угу. Вообще классно, да? Какие ворота, офигеть. Вот небольшой домик. Да. Небольшой окна, панорама. Класс вообще. Паранормальные окна. Где у вас? Блин, как у забора. Нет, ворота какие. Вот ворота. У них вообще ворота такие. Я же дивился. Мне просто, я просто такого никогда не видел. Я дикий, наверное. Из Москвы приехали. Ну что, у нас тоже есть такие. У нас такие есть только, знаешь, где? В этих крутых. Дублевка. Крутых, да. А в наших садовых обществах так, когда редкость такая, так у забора. А в деревнях так вообще. Да. Ну вот хотя бы тут заборчик. Тоже не ахти, как тут ворота. А и тут достраивается что-то, да? Ну, тут только строится еще. Ну, вот этот домик небольшой. Ну, кстати, такие ворота. Ворота вообще у них у всех практически красивые. Да. Вот не, ну вот есть забор, вот, к примеру, это мне очень нравится. Вот эти не вот. Очень, да. Вот вообще это, конечно... красотища просто. Классно. Ну, это просто, что у нас вот так же делают. Из профиля. Вот это тоже мне нравится. Листа. Забор такой, ворота классные. Костенька, ну, сам сделал. Вот тоже какой-то пустой участок заброшенный. Угу. Хотя, не знаю, не, а может не заброшенный, что-то строят, а это на соседнем строят. Ну так здесь где-то что-то строят, да? Все время. Такие вот желтенькие домики красивые. А это вот мятный домик. Вот и тут опять что-то строят. В общем,
Все так активно застраивается тоже у них. Что, мы пишут? Строят, Марча, продают. Что ты задумала? Продукты, вот магазинчик есть у них там. Ну, какой тоже дом большой. Смотри, все не заканчивается, не заканчивается, да, это очень красный, очень смотри, будет, это вот все показывает красный. Вот смотри, какие домики. На одном участке что-то их очень даже много. Да. Смотри, написано «Продам». Продам. Телефон не вижу, ну ладно. Что-то он продаст. Так, а да, там что? Какой-то домино построили. А там что? А там Восток что-то. Кафе. Вот этот не весит. Смешной. Угу. Сейчас закурю немножко. Странная конструкция. Да, тут что-то пристроено, потом еще сразу пристроено. Сразу, да, как у дома, такая машина. Да? Остановка тут, а вот дома такие небольшие. Вон, видишь, какие дома. Ну как небольшие? По сравнению с теми, что рядом построены, небольшие, так-то вообще громадные. А это Восток, что это такое? Это дворец торжеств. Свадьба тут. Хозяйственный магазин. В общем, тоже большой такой хутор. Единственное, не понимаю, почему они мусор выкидывают на улицу. Вот видишь, красный закончился. Все, выехали мы из красного. На улице, кстати, жарко, но солнце так и не выглянуло. Приехали мы домой, покатались чуть сейчас. Детей покормим, может быть, еще куда-нибудь поедем. Ну, а у нас шутка пахнет краской. Покрасила, что не трогай ничего.